Меня совершенно, конечно, потрясло твоя ирония и чувство юмора в фильме «Гитлер капут», что это вообще, я считаю, незаслуженно как-то обхабаленная лента, потому что никто не увидел там вот этого очень тонкого юмора, троллинга и стёба. Да, да, и ты просто там великолепно, я не ожидал, честно говоря, что вот ты так вот поиронизировать сможешь вот над своим имиджем там. Спасибо же за комплимент. Жень, знаешь, это моя первая крупная работа в кино. До этого у меня были сериалы, а вот именно такой полнометражный фильм с главной ролью, это моя первая, наверное, основная пока, я надеюсь, еще будут такие же работы, крупная работа в кино. Я тебе хочу сказать, что этот фильм, значит, это как хорошее вино. Сейчас, поверь мне, у меня многие вот в окружении говорят: боже, да мы вчера смотрели по ТНТ этот «Гитлер капут», повторяли уже 108 раз, мы ржали, говорит, так, хотя мы уже его наизусть знаем. И все равно люди, знаешь, вот со временем они к нему приходят. То есть сначала, у нас же надо как, сначала все, а потом хвалим. Ну, да. Нет, но отзывов-то много было от серьезных людей, ну ты знаешь, такие, что это вот да, как что бы да, профанация, да, что да, это несерьезно. Это просто анекдот, это комедия, как к комедии можно относиться смешно. А вот родители, опять серьезно, же, еще раз вернусь к родителям, как они отреагировали? Потому что это же тематика для того поколения очень какая-то, ну, связанная как-то с войной. Ну, то есть вот они въехали вот в это или нет? Папа вообще хохотал. Ага. Папа у меня вообще такой очень юморной человек. Вот. Ну, а мама как папа. Понятно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».